В Астане завершилась битва чемпионов. Матчевая встреча двух сильнейших клубов всемирной серии бокса. Астана Арланс и Куба Домодорос. Во второй заключительный день боев хозяева ринга, боксеры Астана Арланс, одержали победу над кубинцами. Мираж Жакупов, одолев Йосбани Вейта Сота, вывел нашу команду вперед. В следующих двух боях победы были за боксерами острова Свобода. А вот последняя пара поединков завершилась в пользу наших спортсменов. Мадияр Ашкеев и Филипп Грыгович одолели своих соперников и тем самым принесли Астане победу. Счет итогового второго дня 3-2 в пользу Арланов. Однако по сумме двух бойцовских дней вверх взяли кубинцы 6-4. И в Казахстане, и на Кубе бокс является видом спорта номер один. Это самый любимый и популярный вид спорта в народе, и казахстанском, и кубинском. И то, что сегодня наши бойцы имеют возможность помериться силами с лучшими боксерами мира, это большое достижение.